Более 60 тысяч человек – количество избирателей в Куйбышевском районе Самары. За первый день предварительного голосования свой выбор сделали уже около 2000. Те, кому не безразлично будущее района. Все-таки нам нужно принимать участие. Эти люди нам нужны. В какой-то степени вопросов больше будет решаться. И непосредственно они будут жить нашим районом и решать вопросы, проблемы наши, именно вот в нашей глубинке. Эти непосредственно люди, они такие же выходцы из народа, и поэтому проще будет, скорее всего, я так думаю, донести какую-то информацию им непосредственно, нежели оббивать пороги. Комфорт района, как и уют в доме, складывается из мелочей. Зеленые насаждения, аккуратные лавочки, детские площадки. С помощью народных избранников жители надеются решить самые насущные проблемы, начиная от благоустройства территории и заканчивая отремонтированными тротуарами. Возможные трудности участников предварительного народного голосования не пугают. Мы живем в 21 веке. Все вопросы решаемы. Главное время. Но мы планируем активно работать, причем не в одиночку, а только вместе и сообща с жителями. Куйбышевский и Железнодорожный стали первыми из 9 районов Самары, где началось предварительное народное голосование. До 26 июня пикеты будут работать в каждом районе города по 3 дня. По итогам голосования определятся победители, которых партия выдвинет кандидатами на выборах в районные советы депутатов. Всего в Самаре в предварительном народном голосовании участвуют порядка 900 человек. Кандидатами от «Единой России» станут 568. По итогам выборов, которые пройдут 13 сентября, представлять интересы жителей и районов Самары будут 284 депутата. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.